Добрый день, добрый вечер, уважаемые зрители. Вы когда-нибудь такой сыр видели? Я первый раз его вижу. Это второй камамбер. Это камамбер. Это не французский сыр. Не-не-не. Это итальянский сыр из молока буйвола. Это просто бомба. Если у вас будет возможность, вы будете в Италии, попробуйте его. Я думаю, что это в первый и последний раз его ем. Если вдруг в Италии буду, то, конечно, куплю. Я первый раз его вижу. Это что-то. Это само совершенство. Так что. Сейчас с багетом его кусочек отрежу, и вы увидите, какой он внутри. Это Viva Italia, браво Италия. Блин, надеюсь, получится. Как сметана режется. О, это что-то. Вы даже не... Я... Блин. Это, блин, совершенство. Хочу в Италию. Навсегда. Чисто из-за сыра. Это просто неописуемо. Консистенция, это даже на ощупь вы даже не представляете. Италия. Слов нету. Если получится у вас быть в Италии, попробуйте этот сыр. Хочу в Италию. И первый раз этот сыр ем. Я его никогда вообще во Франции не видел. Но... Так, подкинули мне два камамбера. Хотел поделиться. Просто... Ладно, все, давайте, доброго дня.